Так, давай-ка попробуем все-таки пойти повоевать хоть в одну системку. У меня на колониальный вроде оставил тут ресурсов и средств, да? Ну. Так, а где у меня тут строится-то хоть? Да, на колониальный оставил. Все, нормально. По их дивизия, где он тут? А, так он вообще ничего не стоит, я понял. Я что-то думал. Ого! Ну ни хрена, тут кораблик колония у них. Ладно, буду иметь в виду. Йоу, пошли толпой. Ой, я мины не делал. Ну ладно. Что-то не нападает на меня комп. Надо было, наверное, настройки не трогать. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там творится. О, смотри, как красиво они встали-то. Да ладно тебе. Слушай, какая тема? Так, ну... Это вот красиво, я понимаю. Хрена себе. Я себя не слышу для полного счастья. Не, ну вообще прикольно, слушай, мне нравится. Смотри, какая, какое месиво. Правда, надо разобраться все ж таки. И убегает. Не, ну прикольно, прикольно. Но почему-то здесь не атакуют, видишь? Так, ну они, мы их всех перемесили. В общем-то, надо поэкспериментировать сейчас с настройками одиночной игры. Но я думаю, этого вполне хватит, чтобы не сделать обзор, друзья. Для этой игры. В принципе, сейчас говорю, надо поднастроить немного это все, поэкспериментировать. И я вернусь к вам. Но обзор игры я уже сделаю. То есть... Намного интереснее первая часть, я это уже сразу говорю, но намного веселее я это вижу. Намного. Решил я немного разобраться в настройках. Знаете, я даже не знаю, каким боком можно делать обзор на эту игру, сколько это времени займет. Я поставил себе...
ядро, чемпион черепаха телепорт. Вот такую хрень поставил, довольно агрессивный и героический. Также себе поставил обычный чемпион. Посмотрим, что это такое. Народ, я дальше, когда зашел сюда и начал здесь листать, мне стало дурно. Я не представляю, как здесь делать обзор этой игры. Просто она шедевральная. Здесь столько настроек есть для компа, что это просто улет какой-то. В эту игру можно играть вечность. Честно скажу. Я такое какие настроечки сделал. И одному, и второму. В принципе, они немного похожи. Растить слишком не стал. Можно, кстати, волны убрать. Мне кажется, волны были убраны. Тут он без волн противника. Но это не столь важно. Давай-ка начинаем. Проиграй, так проиграю. Я уже знаю, как сделать обзор. В принципе, для меня это не специфично. Но сравнивать... Ой. Это смысла не имеет. Так, она вроде должна сохранить сейчас это все, да? Ага. Сейчас я поставлю вот здесь, чтобы начать. Не, ну вообще, я, конечно, в шоке. Разница между двумя этими играми такая колоссальная, что это просто какой-то ж... Я не знаю, как это назвать. Как реально мне этот народ назвать? Я вот вообще не представляю. Так, ладно, давай мы сразу будем мутить оборонку, как по-обычному. Ну, турельки первого типа, да. Да, слушай, разница реально колоссальная, я в шоке. Я просто такого реально вот не ожидал, как ни крути. Здесь настроек можно столько сделать, это просто жесть. Эй, иди сюда, хрень ты мелкая. Так, погоди-ка, мне, кстати говоря, надо бы построить, попробовать кого? Добывающий корабль какой-то есть. Чё он добывать будет? Ну ладно, потом разберемся. Это, конечно, смешно. Не, ну сразу говорю, шедеврально просто, народ. Разница, я вот до сих пор в шоке этой разницы. Просто невероятная слишком какая-то, дико колоссальная разница. Так, здесь у нас что? И давай-ка мы сделаем сразу нам побольше вот этих вот. Инженеров.
только хватит, в принципе. Так. 50 кораблей можно транспортировать. Ну ладно, давай защитой тогда тут немножечко займемся турельками. Их надо будет по-любому ставить. Ракетный топ. Я буду немножко так делать, потому что тут насчет волн есть некоторые непонятки мне. Очень интересные довольно-таки. Есть вообще возможность появления этих юнитов в случайных частях. Я думал это как бы поиспользовать, но решил сделать, чтобы они в одном месте как бы появлялись. Уже нападение скоро упадет, чудненько. Так, ну это все пока пусть строится. Так, все этого пока хватит. Пусть оно все делается. Мне сейчас важно, что поставить снайперские турели. Противоснайперская турель и снайперская турель есть. Угу. Ну, снайперская турель. Где-нибудь, наверное, здесь сделаем, да? И противоснайперская. Их лучше, наверное, здесь расположить, да? Их так много не поставишь. Любопытно. Надо еще снайперских, может, поставить. Не факт. Надо здесь сделаем еще парочку. Экономика моя где? Угу. Ну их два надо будет поставить по-любому. Так, уборщиков надо будет делать.
и восстановители останков. Сильно увлекаться не буду этим. Так, теперь мне нужна защитная вот эта вот хрень. Да-да-да, здравствуйте, мина. Не, ну а чё? Сейчас здесь такой двойной квадратик сделаю, чтобы было нормально. Все равно они сейчас нападут. Как раз посмотрим, кто будет и как мы их одолеем. Ого. Ты смотри, какие наглые. Да уж, надо побольше минок будет ставить. Все мины собрали? О, нет, ну вот центральные, да, все собрали. Как, собственно, и ожидалось. Так как они напрямую прут к моей базе, я буду стараться делать так, чтобы никак можно больше мин зацепили. По крайней мере, мелкие корабли это уничтожит полностью. Кстати, а давай сделаем, может, 3 на 3. Если будет большой флот, хотя бы мелочи побольше сшибло. Да, я думаю, это будет поэффективнее. Вот таким вот красивым способом будем делать. Ну а что, по-моему, неплохо смотрится. Как считаешь. Так, мне нужно еще одно нападение, чтобы посмотреть, как они именно полетят вот по этим минам. Определяться, как их конкретнее ставить. В принципе, я предполагаю, что так будет эффективно ставить. Ну, хотя, может, и мне надо будет не вот так, не здесь сделать, а больше упорно здесь сделать, да? Опять же, надо ждать. Так, хорошо. Что у меня тут пока есть? Мины строятся. Эти когда восстановятся-то, ёлопало. А, наверное, когда достроятся, и те восстановятся. Все, понял. Корабли восстановления для этого и нужны. Ведь я прав. Или я не прав? Я же делал восстанавливающие корабли, но зачем, спрашивается? Так, для себя, для красоты? Или их надо сюда пихать? Не совсем понял. Ну вот, у нас есть уборщики, так? Хорошо. Они сейчас мусор убирают, кстати говоря. Есть регенерация у них, есть то да сё. А есть вот восстановитель останков. А
А, так. Их здесь тоже надо ставить-то по-интересному, чтобы они турели... А, так турели здесь повреждаются, смотри. Остановители останков, в принципе, тоже нужны. Чего они сами не двигаются? Ну, это, конечно, интересно. Вот так вот. Раз, два, три... Не знаю. Так, здесь у нас что? Сборщик энергии. А, ну это у меня есть. Так, здесь у нас хакер. Хакер. Ай. Зачем он мне нужен? Вот вопрос, зачем. Так, лаборатория второй модели. Кстати говоря, о птичках. Вы, ребята, как, помогать-то собираетесь, или вы тут зачем вообще стоите-то? Ладно, что мы можем по исследованиям здесь забренькать? Так, экономические. Погоди, я же изучил экономическую модель того, чтобы вот этот хрен мне давал. Все, дает. Молодец. Должно время какое-то пройти, да? Ну, прилично. Так, нет, мне нужно все-таки поставить здесь будто отдельный щит. Как-нибудь щит тут воткнем сейчас. А почему нет? И в этом уздечке и будем строить. А вот здесь войска будем направлять. Так, давай пока сюда ставим.